17 предприятий представят республику в конкурсе «100 лучших товаров России». Эксперты уже оценили качество продукции претендентов на награды. Специалисты Чувашского центра стандартизации и метрологии обращают внимание, соответствует ли продукция требованиям безопасности. Еще один важный критерий – менеджмент качества предприятия. Эксперты сделали вывод, что все представленные образцы могут претендовать на звание «100 лучших товаров России». Какие предприятия получат награду, станет известно накануне Всемирного дня качества. Он отмечается в начале ноября.